Привет всем! Сегодня такая хорошая погода, с утречка, знаете. Но ветер, по-моему, никто еще не отменял. Вчера по погоде смотрела, да, воскресенье. С утра всегда хорошо, но через пару часиков опять поднимется ветер. До воскресенья. А в воскресенье вообще дождь передают. То как? А может быть, знаете, две капли и упадет. А мы пока на работу идем. Не мы, а я. А Чарли там где-то блуждает. Видите, у нас тут как красиво. Это ресторан. А в ресторане? А в ресторане? Наверное, меня там уже бабулька ждет. Сегодня просто есть служба в церкви. Она заканчивается что-то около 9:30 или около 10. И вот бабулька потом идет ко мне. Это тоже ресторан. Фух. Это наша площадь. Там фонтанчик, его в 10 включают. Там голуби пьют водичку. Ну, море такое же, как и вчера. Точь-в-точь, с белыми шапками. Ой, бабушки нету, это как так? А где она? А где бабушка? Вы знаете, когда бабушки не приходят в свое назначенное время, всегда думаю, что... А вот она. Вот она. Всегда думаю, что с ними что-то случается. И это бывает, обычно так оно и есть. Особенно зимой, если, допустим, они не пришли, когда привыкли, то все, значит, либо заболела, либо что-то случилось. Нет, вот она идет. Мама! Так что пойду работать. У нас опять ветер поднялся, но не такой сильно, как вчера. Едем домой, сейчас поем. Не удается мне в 5 вечера открываться. Клиентка позвонила, сказала. Но не позвонила, по WhatsApp написала, могу ли ее уложить в 4. Ну что я могу? Как я могу отказать? Я же сказала, да, конечно. А ее мама утром была сегодня. Говорит, она на какое-то там мероприятие собирается. Видите, какие улочки красивые. Два. Чекио. Здесь кошки бывают. И он на кошку может погасить. Видите, и дом вот этот рухнул. И хозяйка умерла. Вы, кстати, знаете, я я не знаю даже, как она это сказать. В общем, здесь в деревне... Бенаки! Бенаки! Ой! Тирапая! Вамо! Тирапая! Алло! Тигр, говорят, на него. Вот. Все в деревне говорят про мою парикмахерскую. Я теперь стала здесь знаменитой. В общем, говорят про эту бабушку, которая умерла, что у нее приступ случился. Ну, плохо ей стало у меня в парикмахерской. Как бы, знаете, реклама такая, да? Как бы не совсем приятная. Но не знаю. Конечно, клиентов мне это все равно не принесло. Потому что у нас такая зона, что говори, не говори. Тем более такая, как говорится, знаменитость. Ну да, не очень. Ну, фиг его знает. Ну вот так, знаменитой я стала. О как, кто бы мог подумать, что моя любимая клиентка сделает меня знаменитой. И сама вот так. Улегся. Он сейчас назад уйдет все равно. Всегда сначала приходит сюда. Блин, не могу завести машину. Руль заблокирован. А вот, все, разблокировался. В машине так жарко. 25 градусов показывает. Я, конечно, не совсем уверена, что 25 градусов на улице. Но в машине, наверное, все 40.
Ладно, будем пристегиваться и домой кушать курочку. Вот такой обед у меня будет. Я, естественно, положила себе все кости, какие только есть. И всем приятного аппетита! У нас тут как в деревне петухи поют. Я уже отработала. Тут много петухов и кур ходят. Или, ну, как всегда, на пляж приехали, в общем. Слышите? Собаки лают, петухи поют. Ностальгия у меня по деревне, что ли. Курочки по зернышку кудахтах-тах. Сейчас погуляю и домой. Да. Сегодня прям что-то наработалось. Птички поют. Вроде как ветер потише стал. Не знаю, не знаю. Если честно, уже задолбал этот ветер. Ой, что там? Кто там? Петухи? Ой, блин, Дристун. Дристун испугался петухов. Да, Серя. Вот такой вот он у меня. Охранник. Первый убежит. Ой, не могу. Ладно, будем гулять дальше. У нас девчонки наши завтра встречаются. Делают, как говорится, посиделки. А я по субботам, к сожалению, не могу. У меня субботу самый рабочий день. Поэтому как бы денежку терять не хочется из-за посиделок. А так бы я со всей душой и радостью с ними бы посидела. Но, к сожалению, работа важнее. Тем более у меня такая работа, что все зависит от клиентов. Не придешь раз, все, они пойдут в другую парикмахерскую. А в другой парикмахерской им понравится больше и будут ходить туда. И все. И потеряла клиента. Тут за каждого клиента нужно бороться. Нужно им угождать, делать то, что они хотят. Например, сегодня позвонила мне женщина в 4. Смогу ли ее уложить? Хотя я открываюсь с 5. И она знает. Но ей нужно было. Я, естественно, сказала, что, конечно, могу. Потому что пошла бы в другую. А это очень хорошая клиентка. Тем более она пришла со своей дочкой, представляете? Вот. А дочку я и подстригла, и уложила. В общем, заработала на них. А так бы не согласилась. Сказала бы, ой, я вот в 5 открываю, там не волнует. И все, ушла бы в другому и потеряла бы я клиентов своих. А с ними денежку. А сейчас не те времена, чтобы потерять клиентов. Смотрите, сколько у нас там козлов. По пляжу ходят. Вот, сегодня намного меньше ветра. Хорошо, вот Чарли в стойку. Собака бежит, но она хорошая собака. Собака-то может это и хорошая, а вот мой Чарли может быть и плохим. Ему похеру, с кем драться. Ну, надеемся, бегут, смотрите, сколько. Козочки. Далеко, далеко, далеко. Эй, смотрите, как они все повернулись на нас. Сейчас еще за мной пойдут. На моего Чарли. Прикол. Они так стали, смотрите. Заинтересовала их мой Чарли. Все, здесь уже ветер, вот бутылки бросают, тут нельзя же. Стекло же так долго, как это растворяется. Ой, ну вообще прям ветра нет, слушайте, ну замечательно. Может, правда уже утихнет, уже прям надоел. И вот мои девчонки завтра будут вино пить и паэлью кушать. Оксана будет работать. Ну ничего. В следующий раз обязательно встретимся. В следующий раз, надеюсь, будет не за горами. Смотрите, морюшко какое.
посмотреть у меня, что происходит. Я меняю. Меняю. В общем, теплые свитера. Вот это, например. Нужно тоже туда положить. Пим. Тут где-то у меня был Чарлин. Чарлина курточка. Смотрите, Adidas. Который он в этом году ни разу не одел. Ой, вот этот мешок мне, кстати, нужен для стирки. Ни разу не одел. Зима была теплая. Тоже сюда. Оттуда вот достала обувь. У меня тут тоже валяется. Видите, тоже достаю, меняю. Вот эти вот пижама. Ну, как домашний костюм. Брюки. Вот, смотрите, у меня какие есть. Ну, это короткие, не знаю, как они называются. Джинсы такие. В общем, потихонечку меня. И, в общем, муж увидел все это, а я, меня уже дома не было. Шлет мне по WhatsApp. Что случилось? Я говорю, ничего, одежду меняю. А я говорю, думал, нас ограбили. Такой погром, говорит, я думал, нас ограбили. Сейчас буду разбирать вот эту кучу белья. Это все чисто, видите, халат постирала, трюселя разные, майки, полотенца. В общем, надо все это сейчас разобрать. Сумки, кстати, тоже уже зимние меняю на летние. Вот. Короче, сезон такой, что, блин, нужно... Не люблю я этот сезон. Одно достаешь, другое прячешь. В общем, пипец. Ну да ладно. Это что-то уже там нашел. Соседи, походу, приехали. Они на выходные только приезжают. Я не знаю, чего они тут отдыхают или что. Не знаю даже. Мои цветочки приходят в убыток. Так они и не вылезли. Какие-то странные вообще. Эти вообще странно. Ну, от них хоть горшок останется такой. Ведро, скажем так, алюминиевое. Вот. Ладно, сейчас буду переодеваться. И чуть-чуть, наверное, поразбираюсь. Бейсболки вот я достала, летние тоже. У меня муж очень любит бейсболки. И у него разных цветов есть, радуги. Вот смотрите, я ему вот тут, видите, сделала, налепила. Но это все зимнее, надо все это тоже убирать и доставать на летние менять. В общем, делов еще дофига. Не еще, а вообще так это до лета будет все доставаться. Потом весеннее опять складываться. В общем, пипец. Так еще и все это переглаживать надо. О, кстати, скатерть. Я думала, я ее отнесла в старую квартиру. Она у меня тут. Смотрите, вот эта скатерть сейчас к нашему интерьеру подходит очень. А не та, которая у меня сейчас. Я думала, что я ее отперла. Она у меня, вот она. Но эта скатерть уже на лето не подходит. О-ля-ля! У меня там постельное белье тоже летнее. Да, в общем, работа непочатый край. Хотя что-то весна-то особо-то не идет. Но все равно. В пижаме, например, в такой толстый уже сейчас не походишь. Свитера вот эти, вот видите, я сложила. Я их вчера перестирала и все положила. Перед тем, как, естественно, складывать, все это надо гладить. И особо, что такое не помнется, я в кровать складываю. А что такое, в шкаф. Вешаю. Да, делов, конечно, до хера. Ну, это все буду делать потихонечку, с чувством, с толком, с расстановкой, а не так, чтобы прям ух, и все сделала. Нет. Безобразие. Пришло время выпить чаю, а я стою на распутье, какой бы мне его выпить. Вы знаете, их тут дофига. Ну, вы знаете, что я с кофеином, с теином не пью чаи. И приходится каких-то разные травяные, в общем, пить. Так вот, половина из них какашка. Например, вот этот вот обычный черный. Я его совсем недавно купила. Но он не какой-то никакой, как трава, вообще не пахнет чаем. Вот этот вот вроде бы ничего. Но без сахара он кислятина. Вообще здесь он больше на каркаде похож. Потому что он такой красный, прямо как настоящий каркаде. Вот этот для респир. То есть для... Когда болела,
Вроде бы для дыхания хорошо. Но он такой какашка, что я только один пакетик выпила, и не надо мне, думаю, мне и так уже хорошо дышится без него. От одной мысли, что мне его надо пить, я уже дышу замечательно. Вот этот хороший чай. И пахнет хорошо, но я его постоянно пью, и он мне надоел. Ну, ромашка, она и в Африке ромашка. Я его пью обычно с лимоном и с мятой. Вот этот чай очень вкусный. Я его сейчас точно и заварю. Это с черешней и бананом. Ну, бананом здесь и не пахнет, а вот черешня, да, пахнет. Ну, или вишня. Вишня, вишня, зимняя вишня, прекрасных ягод аромат. Белый снег ложится чуть слышно, никто ни в чем не виноват. Это конский хвост, или как там его еще называют. В общем, это для выведения жидкости из организма. У меня и так все выводится сейчас хорошо. Вот этот вот в Лиделе покупала. Био. Не био. Тут видите, вроде яблоко, там лимон. Нифига. Он такой же красный, как и каркаде. В общем, такое ощущение, что вот этот и вот этот, это одно и то же. Добавили туда каркаде, и все, и зашибись. Все, больше там, хотя смотрите, здесь и яблоко вроде бы, да, и цитрусовые, нет там ничего, ни яблоко, ни цитрусовые. Ну, это Эрл Грей, там обычный черный, без теина, ройбуш, кстати, я про него и забыла. И тут какие-то у меня пару пакетиков валяются, даже не знаю. Вот этот, кстати, зеленый, очень вкусный, Меркадо не брала, чай с соей. Собор вкус манго. Очень вкусный, обалденный. Но он, к сожалению, с теином. Зеленый чай бодрит, а мне на ночь... Ох, как бодрить-то не надо. Мне наоборот спать надо. Зачем мне бодрость ночью-то? Правда? И вот такой вот сложный у меня выбор все время происходит. Каждый вечер. Это такая параша. Что прям я не знаю. Их надо вообще спрятать, которые я не пью. И чтобы они мне не мешались. Потому что вот тут они мне не умещаются. Вот этой коробочки. Видите, они все какие-то красные. Прям как будто красные все там такое. Ну, это чашки не красятся, знаете. Обычно говорят, если плохой чай и в нем ну, красителя много, то... Чашки красятся. Ну нет, у меня не красится. Может быть, будем все-таки надеяться. Вот чаи разбирала, смотрите, шоколадку нашла. О, да, она еще и начатая. Наверное, сегодня муж похавал. Потому что я сегодня нашла ее. Она, кстати, их надо вот эти вот респирген, блин, и выбросить жалко. И ведь пить не буду. 100%. Ну, может, когда-нибудь. Когда-нибудь вдруг насморк будет. Как, ничего не влазит у меня, смотрите. О, вечная проблема. Конечно, как тут влезет. Вечная проблема. Ничего не умещается, ничего не влазит. Как быть? О, влезла. Видите, все влезло. Вот такие вот у нас пироги. Показала вам мои чаи. Просто я заходила в магазин, мне нравятся развесные чаи. Но там почему-то без теина очень мало всяких разных чаев. То есть, которые там продаются, они у меня уже есть. Ну, вот приходится покупать в обычных супермаркетах. А чаи я очень люблю. Я уже много раз говорила, что я воду не люблю пить. Вот. И спасаемся всякими травяными. Как здесь говорят, инфусионы. Инфусион. Вот, я буду сейчас уже монтировать вас. Ну, не вас, а видео вам. Вот. И будем уже, наверное, готовиться ко сну. Надо уже идти умываться. Кстати, не могу краситься. У меня такая аллергия постоянно. Вот особенно вот этот глаз. Прям вот тут вот все раздирается.
И так смотрит в камеру, такой думает, с кем это я там так болтаю? Да, скажи, что это ты, с кем-то ты разговариваешь-то? Ой, ну, это ты на камеру, что ли, такой показательный, да? Всем хочешь сказать, какой ты хороший, да? Облизал всю. Вот, сильная аллергия у меня. У меня сегодня клиентка одна была, говорит, сейчас прям вообще не могу. Таблетки пью, говорит, и спать прям от них. Все аллергенные таблетки обычно. Сон кланят. Снотворные там, наверное, есть. И, говорит, тоже очень сильно. Она даже в Гранаду сейчас не может ездить. Вот, потому что задыхается сразу. И вот у меня глаза прям вот тут, прям хоть, да блин, хоть палец вставляй, знаете. Иногда думаю, я даже к окулисту ходила на этой проблеме. Думала, что у меня что-то не то. Думала даже с тушью что-то. Выбросила все туши, косметику. Ну нет, это аллергия, потому что... Меня проверила офтальмолог, сказал, все, зашибись. Просто немного это, суховаты глаза. Но это все фигня на постном масле. Аллергия. Так что ничего, потерпим. Ты что там ищешь-то? Ничего, потерпим. А что делать? Все равно никуда не хожу. Работа, дом, дом, работа. Ладно. Так вот мой сегодня день прошел. Завтра будет другой. И уже последний день, выходные. Блин, так неделя быстро проходит. Что не успеваешь даже, да? Не успеваешь даже сказать прям раз, уже понедельник, потом бум, опять суббота. И все. И потом все. А в воскресенье у нас дождь передают, представляете? Опять. Ну, гулять с тобой как пойдем в дождик-то? Может быть не пойдет, может быть наоборот. Не знаю, поживем, увидим. Да? Всего вам самого наилучшего. Всем пока-пока и до завтра.